пути расходятся 3 дня спустя на руинах Стратхольма. Сколько мертвых! Не могу поверить, что все это дело рук Артаса. Джайна! Джайна Праудмур! Джайна! Лорд Утор? А, Джайна, я знал, что найду тебя здесь. Девочка моя, куда он отправился? Куда он увел наш флот? Он приходил ко мне перед отплытием. Я умоляла его остаться. Говорила, что это может оказаться ловушкой. Куда он ушел? В Нортранд. Он отправился в Нортранд, чтобы сразиться с Малганусом. Черт бы побрал этого мальчишку! Я должен рассказать обо всем королю. Не вини себя, девочка. Ты не могла ничего изменить. Тела преданы земле. Их души нашли упокоение, но не стоит обманывать себя. На севере твоего юного принца ждет только смерть. Ты... Артас делает то, что считает единственно правильным. Быть может, это и похвально, но желание спасти мир приведет его к гибели. Теперь все зависит от тебя, молодая колдунья. Ты... должна возглавить людей и вести их на запад, в древние земли Калимдора. Только там ты сможешь сразиться со злом и спасти этот мир от вечной тьмы. Глава 7. Берега Нортранда. Месяц спустя у ледяных берегов залива Клинка. Неужто свет покинул эту землю? Здесь почти не видно солнца. Ледяной ветер пробивает до костей, а вы даже не дрожите. Милорд, с вами все в порядке? Все войска высадились, капитан. Почти. Только несколько кораблей... Очень хорошо. Наша основная задача – разбить лагерь и организовать оборону. Мы должны быть готовы ко всему. Ну что ж. Не нужно кланяться. Пока наши... Отличный план. Пытаются, конечно, разбить здесь лагерь. Работниками мы контролить не можем. Мы будем просто защищать, защищать все это дело. Осматривать. Найдите, разумеется, золотой рудник, карта с ней должен погибнуть. Уничтожить цитадель Малганус. Логично, все просто, легко. Конечно. Этим мы сейчас, разумеется, с вами и займемся. Отличный план. Первая встреча на сволке. Да, сэр. Не нужно кланяться. Нападают они, конечно, тут на тех, на кого не надо. За честь и отвагу. Ничего, манава хила у нас вроде пока есть. Во имя правосудия. Конечно. Не нужно кланяться. Так, да, давайте. Пойдем дальше. План. Будем смотреть, что у нас здесь вообще есть. Сверху тоже можно было пройти. Отличный, да? План. Разумеется. Где враг? Отличный план. Давайте вешаем на него вот так. Что прикажете? Будет исполнено. Пошли бить. Я служу свету. Во имя правосудия. Жалкий глупец. Разумеется. Где враг? Конечно. Они получат по заслугам. Я служу свету. Так, давайте, разумеется, выложим. Возьмем. Юзанем. Конечно. Возьмем. Пошли. За честь и отвагу. Конечно. Свет дает мне силу. За честь. Скоро отвагу. У Хила не будет маны. Отличный план. На что жалуете? Не нужно кланяться.
пока пусть он не хиляет. За честь тогда. И отвагу! Конечно. За честь и отвагу! Конечно. Ледяные тролли. Я так и знал, что мы встретим их в этой снежной пустыне. За честь и отвагу! Проще, если буду, наверное, хилять я. Конечно. Кто-нибудь ранен? Где враг? Разумеется. За честь и отвагу! Чуть хиляет вообще помочь? Не того, кого надо было. Так, целебное зелье. Во имя правосудия. Разумеется. Пускай оно мне. За моего отца! И даром не нужно. Ну ладно. Зелье маны. А если я отличный сделаю план. Вот так? Свет дает мне сил. Некуда класть. За честь и отвагу! Конечно. И типа просто отхилю всех своих, потом возьму зелье маны. Ну да, так, наверное, будет логично. Разумеется. Зану его сразу. Отлично. Возьму не обратно когти. Кланяться. И пойдем отличный дальше изучать, план. Что здесь вообще есть. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу! Беселки спят. Мы прокачиваем нашего Артеса. Отличный план. Конечно. Отличный план. У него уже должен быть сейчас 8 уровень скоро. Разумеется. О, рудник нашел. Отлично. А, золотой рудник. Здесь мы и разобьем наш лагерь. Враг атакует! В укрытие! Во имя света! Так вы не ожившие мертвецы? Вы все живые? Мурадин? Мурадин Златобородый? Уж не ты ли это? Проклятье, парень! Я и подумать не мог, что именно ты придешь спасти нас! Спасти? Мурадин, я даже не знал, что ты здесь! Все равно, мой мальчик, мне понадобится твоя помощь. Мы разделились, когда отряд угодил в засаду. Один я не справлюсь. Можешь рассчитывать на меня, Мурадин. Вперед! Да без проблем, своим-то уж мы поможем, приказа? Тем более Мурадин-то он чувак знатный. Правда, нашего рабочего почти убил, но что поделаешь. Так, ладно. Куда летим? У нас есть хотя бы вертолеты гномов, это куда уже хорошо. Обычно люди соображают быстрее. Не нужно кланяться. Так, основная задача есть дополнительная. Отряд Мурадина. Отыщите воинов Мурадина, помогите им уничтожить армию Повелителя Ужаса. Воин Мурадин где-то сверху. Лагерь. Найдите золотой рудник, Артас не должен погибнуть в этой ледяной пустыне, таится масса опасности. Перед тем, как выступить против Малганса, вы должны разбить лагерь, пополнить ряды своей армии. В принципе, логично. Так, ребят, давайте будем потихоньку развиваться и... Опять работа. Скорее всего, будем строиться. Тоже не так, чтобы прям... Ну, я пошел. Да, господин. Здесь не я готовлю ферму. Да. Так, давайте чего? Вы мне построите две хорошо. Фермы. Ну, я пошел. Прям здесь в самом начале, чего бы нет. По имя права. Мы с вами, дорогие друзья, попробуем. Отличный. Ох план. Ты. Ох ты, ох ты. Разумеется. Приступим. Где враг? Свет дает мне силы. Я готов. Разрешите взлет? Он, вот я не помню. По-моему, он без грейда, да, он не атакует, походу. За честь и отвагу! Так, давайте ему улучшим вот так, я думаю. Да, господи. Хорошо. И пойдешь добывать дальше. Чего? Свободные рабочие, да, есть, господи. Да? Давайте чините, ну, раз, два. И постройте мне все же лесопилку. Мне надо где-то здесь, хорошо. Наверное. Угу. Хорошо. Я готов. Здесь нельзя строить. Ну, я пошел. Хорошо. Готово.
На что жалуетесь? Я готов. Чего? Хорошо. Будем потихоньку добивать дерево пока так. Мне надо срочно строить лесопилку. Но чтобы ее построить, мне нужно оборонять строителей, чтобы не получилось как-то я старого. Служу свету. Что прикажете? Чем бы заняться? Отличный план. За честь и отвагу! Я готов. Разумеется. Конечно. Быстренько осмотримся, что здесь есть. Разумеется. Куда летим? Давайте вертолетом. Врубаю форсаж. Я готов. Вас понял. Так, вот сюда бы надо, конечно, заглянуть. Там точно что-то будет полезное. От винта! Ладно, это мы сейчас сделаем. Во имя правосудия. Окей. Поздно просить пощады. Я готов. Парочку рыцарей. Свет дает мне силу. Надеюсь, ребята успеют построиться. Не так, нужно кланяться. Мы тем временем идем сюда. Отличный план. Готово. Жду приказаний. Что прикажете? Готово. Готово. Я служу свету. Блин, назад. Вот это сейчас прям проблема. Жду приказаний. А чем я и буду убивать? Свет дает мне силу. Да, ваше сельство. Родоподъем. Готово. Так тоже. Готово. Родоподъем. Приказание. Да, сэр. Уже в пути. Не нужно кланяться. Да, ваш вроде. Отличный план. Так, давайте. Давайте быстрее, ребята. Что прикажете? Да, готово. Да, постройка господин. Завершена. Хорошо. Да, постройка завершена. Так, да. Теперь хотя нет, вы стойте вдвоем быстренько мне здесь ну, раз, я пошел. Два, три, хорошо. Четыре, пять. Строить. Свет дает мне силу. Все же попробуем вот сюда пойти. Отличный план. Где верхнее здание сейчас отобьются, учитывая, что у нас здесь еще чувачек вот такой стоит замечательный. И здесь вроде как все будет нормально. Плюс я им сейчас увеличу мощность, плюс мне не хватает золота. Крепость развить. Опять работа. Ну, я так, пошел. Давайте сдавайте сюда. Угу. Идите вот сюда. Готово. На нас готово. Напали. Не нужно кланяться. Разумеется. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. За честь и отвагу! По идее, плюс-минус я должен все это разрулить довольно нормально. Конечно. Отличный план. Готово. За честь и отвагу! Отличный готово. План. Сфера льда. При атаке герой замораживает противников. Во имя очень круто, но какие дадим новости? Мы, скорее всего, Мурадину. Где враг? Конечно. Так, возвращаемся на базу. Да, мне срочно нужна кузница. Замечательно. Но все-таки крепость, я думаю, будет приоритетней. Так, что чего? По рабочим? Да. Хорошо. Их очень много. Хорошо. Все же. Ну, я пошел. Угу. Значит так, и ты идешь строить вот сюда кузницу. Здесь нельзя строить. Хорошо. Отлично. Ну, я пошел. Чего? Так, а ты сразу же пробуешь строить алтарь королей, которого хорошо. У нас нет. Ну, я пошел. Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Давайте попробуем пройтись по прямой сразу. Отличный план. Разумеется. Отличный план. Сообщите задание. Где враг? За честь и отвагу. Конечно.
Свет дает мне силу. Да, ваше сельство! Я служу свету. За честь и отвагу! Друзья мои, вы что-то вообще прям офигели, смотри. Отличный план. Так, трактат отлично получили, великолепно. Разумеется. Давайте разрушим быстренько здание, посмотрим, что в них может лежать, что-то или не может. За честь и отвагу! Отлично, у них ничего не было. Готово. Так, во всех вот этих зданиях мы быстро строим вот так. На нас напали. Угу. Хорошо. Не хватает дерева. Свет дает. Это дерево, ну да, с деревом у меня. Конечно. Плюс-минус, конечно, всегда были проблемы некоторые. За честь и отвагу! Успел. Конечно. Хорош. За честь и отвагу. Конечно. Вот пила не успею, это смена. За честь и отвагу. Отличный постройка план. Завершена. Я служу свету. Блин, то, что мы лишились хила, но это конечно. Прям, ну вот вообще не ок. Не нужно кланяться. Сейчас мы смотрим. У нас здесь завершена постройка, замечательно. Опять работа? Мне нужно... Да. Опять работа? Да. Чтобы вы двое построили мне храм истины. Хорошо. Здесь и... оружейку, наверное. Оружейка нам вроде не нужна. Постройка завершена. Здесь стоит. Так. Не хватает дерева. Улучшаем все, что можем. Улучшаем, улучшаем, улучшаем. Это обязательно тоже улучшаем. Во имя правосудия. Стоим на базе, потому что мы ничего не можем делать. Здесь ребята пока что еще держатся, но это очень большая проблема на самом деле. Но у них зато есть танк. Самоходная мортира. Это очень хорошо. Мортира — это очень круто. Так, ладно. С этим мы сейчас что-нибудь придумаем. Мне единственное, надо бы за счет мастерской. Хорошо. Ну ладно. Чего? Так, давайте вы мне... Угу. Пару домов построите. Ну, я пошел. Хорошо. Ну, я пошел. Вот так вот. И обратно. Так, улучшаем замок, чтобы сразу грыды потом делать. Исследование завершено. Не хватает. Исследование дерева. Завершено. Блин, с деревом, конечно, катастрофически какие-то проблемы. Готово. Его катастрофически не хватает. Готово. 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 Опять работа. Не добывает дерево. Готово. Так, нам нужно готово. Раз, два, три. Хотя бы вот так. Я думаю, чтобы среду не взорваться. Не нужно кланяться. Этих точно можно наследовать, посылать. Не хватает золота. Проблем с этим не будет. Ладно, разберемся. Так, с золотом все у нас нормально. 20 тысяч там еще есть за кромах, а вот с деревом реально какие-то трудности. Нам нужно больше дерева. Где у нас больше дерева? У нас нигде здесь особо дерева готово. Нету. Готово. Блин, ладно. С этим я буду разбираться отдельно, видимо. Я служу свету. Ну, в любом случае, вот эта штука нужна. Вот. Так. Исследование завершено. Думаю, вот так вот сделаем. Пока расходов не так много, но типа, если что, вдруг, то у нас все схвачено. Да, ваш броди. Разумеется. Так, с вами мы подхилим тебя еще, наверное. Мана у тебя, в принципе, восстановилась. Если что, я вас могу воскресить. Плюс сейчас к нам придет первый хиллер. Все, Чукос, пошли дальше. Разумеется. За честь и отвагу. Посмотрим, что у нас вот здесь. Вот могу ли я там вообще как-то пройти напрямик к нашим друзьям. Осаждают враги. Что у нас здесь? Так, ну
Стойте пока здесь. В принципе, чисто в теории они должны отбиться, конечно. Что-то мне это не очень нравится. Хорошо. Чего? Ну, я пошел. Еще в разных главное стреляют, ну ладно. Я несу исцеление. Хорошо. Вон, его подхиль, дура. Да, мой друг. Все, Шикос. Как закончишь с его хилом, иди да за Мурадином. Ну, как-то так, ладно, хватит ему хила. Слишком много хила тоже жирно будет. Так, и постройте мне, наверное. Здесь нельзя. Исследование завершено. Потом идите, добывайте дерево. Угу. Хорошо. Все. Не нужно кланяться. Ладно, разберемся, давайте попробуем. За моего сейчас атаковать. Разумеется. Поздно просить пощады. Это они! Они все еще сражаются! За честь и отвагу! За моего отца! Конечно. Разумеется. Главное, чтобы нас особо никто не коцал, а чтобы нас не коцал, надо вот эту гадость убивать. Кстати, у Мурадина, по-моему, молот бури есть. Да, и все на землю, всем противных, здесь мужик. Скорость перемещения падает, отлично. За гномом! За космодан! Время молот! Так, ну давайте тогда, чтобы не страдать фигней, мы попробуем... уничтожить вот это все дело. За честь и отвагу! Я ж тебе вроде хилку нажал, ты чё, охренел? За моего отца! Дружочек. Исследование завершено. Отличный план. Разумеется. За моего отца! Да ты чё, прикалываешься, что ли? Почему он не хилит? Теперь я действительно фал. Ну ладно, гномов мы нашли, окей, сейчас мы восполним за счет них как за моего отца. И свои войска, я думаю. Здесь еще парочку можно подстроить тоже. Увеличиваем сразу. Не хватает золота. И как обычно, не хватает золота. Ладно, пока увеличим крепость строений. Во имя правосудия. Конечно. За честь и отвагу! Разумеется. К бою готов. Свет дает мне силу. Придурки. Они его залочили. Я главное думаю, что он... Нет, он не сражается. Еще думаю, что-то его не видно. Они получат по заслугам. Ой. Я служу свету. Просто что-то с чем-то. Его, короче, хилы залочили. Отличный план. Конечно. За моего отца! Так, пробегаем сразу, атакуем вот эту фигню. Теперь я действительно зол. Отлично, они как раз на капитана заагрились. Поздно просить пощады. Еще главное думаю, что-то мой хил не действует. Типа, что за фигня? Исследование завершено. Во имя правосудия. Мы нашли их. Отлично. Здесь есть еще два вертолета. Короче, неплохие довольно ребята. Так. Ему требуется замок. Замок я сейчас сделаю. Не хватает постройка золота. Постройка завершена. Отлично, постройка завершена. Вот, все, замок у нас есть.
4 сины приносят ему работника на 5. Мне вот срочно нужно вот это вот изучить, потому что иначе будет прям проблема. Ладно, возвращаемся, я думаю. Хотя башни, в принципе, должны здесь со всем делом справиться. Плюс-минус, за исключением вот этой, конечно, мортирки сзади. Ладно, что у нас там? Мощь гор. О, это тема. Это вообще огонь. Честь и отвагу! Теперь я действительно зол. Исследование завершено. Жалко башню, конечно, нашу. Он ее все-таки додолбал. Да. Значит, мы сделаем вот так. Угу. Так, да, а вы, пойду. Наверное, давайте-ка тоже идите сюда, добывайте, ну, друзья мои. Сказал, что важнее вот это исследование, и изучай другое. Красавчик. Где враг? В принципе, с деревом у нас теперь проблем нет. Завершено. За честь и отвагу. Сообщите задание. Я думаю, давайте мы быстренько от винта пролетим вертолетиком. Посмотрим. Врубаю форсаж. Что здесь есть? Вас башня понял. У нас там построена. Отлично. На взлет. Посмотрим, что у нас вот здесь в углу карты. Не нужно кланяться. Приступим. Не, ты иди. О. Где враг? Готово. Они получат по заслугам. За моего отца. Теперь я действительно зол. Не понял. Че это там решил возродиться, дружочек? Исследование завершено. Так, рукавицы Огра у меня, в принципе, разумеется, есть. Надо теперь Мурадину их тоже дать. Время молота. Вот так-то лучше. Время молота. Все, отлично. Во имя правосудия. Здесь, короче, ничего не было, я понял. Где враг? Ну, за честь и отвагу. Так, мне нужны хилы новые, потому что без хилов все же проще. Плохо, точнее. Так, увеличение запаса маны, скорости здоровья. Всего так скорость регенерации маны, целителей, а также обучает из заклинаний духовное пламя. О! Все круто, ну давай сначала вот так тогда. Во имя правосудия. Отличный план. Конечно. Так, и я хотел бы изучить вот эту штуку. С дерева у нас теперь точно нет проблем никаких. Свет дает мне силу. Останутся только X4 улучшения. За честь и отвагу. Отличный план. И вот что-то типа базы там его есть, видимо. Похоже, Малгана спрячется где-то здесь. Сравняйте этот лагерь с землей. Сейчас, секундочку. За честь и отвагу. Давай мы, дружочек, с тобой сначала все сделаем как надо. Так, цитадель Малгануса. Так, в этой ледяной пустыне таится масса опасностей. Это мы сделали. Это мы сделали. Все, круто. Так. Что прикажете? Вы, наверное, иду. Тоже следуйте за Артасом. Здравия желаю. Покажите задание. Я иду. Я тоже. Дальнобойных всех можно, в принципе, я думаю, так сделать. Так, вот так. Эта штука обязательно исследуется, потому что вертолеты у нас смогут атаковать. Что круто. Исследование встаем завершено. Мы здесь. Дабы иметь возможность атаковать его, если что, сразу же. Не хватает где золота. Если он кого-нибудь на нас пошлет. Разумеется. Конечно. Отличный план. Исследование завершено. Исследование завершено. О, они только одного атакуют, серьезно. Исследование завершено. Его еще и хилят, к тому же.
Прикольно. Так, у нас там хилы бегут, да, уже друг. С духовным пламенем. Исследование опять завершено. Время 60 секунд. Круто, но я думаю, свет, что хилы у меня будут хилами все-таки. В первую очередь. Потом уже всем остальным. Ладно, собираем потихонечку армию. Как скажете. В принципе, вы тоже сюда идите. Все же за ним пришли, да? Вот, отлично. Я несу исцеление. Разрешите взлет? Где враг? Разумеется. Вот, в принципе, давайте пойдемте атаковать. За моего отца! За честь и отвагу! Быстренько раздолбываем. Разумеется. Отходим. За честь и отвагу! Отличный план. Разумеется. Исследование завершено. Отличный план. К сожалению, вертолеты почему-то не живые существа. Они получат по заслугам. Постройка завершена. Можно просить пощады. За честь и отвагу! Приступим! Нет! Свет дает. Ладно, расход на армию зато снижен. Жалкий глупец. Конечно. Разумеется. Конечно. Я служу свету. Отличный план. За честь и отвагу! Так, базу мы ее уничтожили. Отличный план. Сейчас быстро с остальными строениями разберемся, плюс-минус. За моего отца! За честь и отвагу! Хилы за место того, чтобы хилить, ринулись в бой, ну да ладно. Разумеется. Отличный план. Разумеется. Большую часть всего они, в принципе, сломали. Это все круто. За честь и отвагу. Теперь я действительно зол. Ура! ГГ. Послушай, Мурадин, а что ты вообще здесь делаешь? Знаешь, парень, где-то здесь среди снега и льдов скрыты древние врата. Говорят, они ведут в тайное место, где хранится рунный клинок Фростборн. Мы пришли сюда, чтобы найти этот клинок. Но чем ближе мы подходили к вратам, тем больше врагов вставало у нас на пути. Принц Артес, мы не нашли следов Малгануса. Неважно. Он не может прятаться вечно. Капитан, я хочу, чтобы здесь был разбит наш лагерь. Слушаюсь, милорд. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам опять же понравилось, всем удачи и пока-пока!